помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат? Остались живы мы с тобою в тот раз. Линия фронта всего в 300 километрах проходила от Саратова. И очень большой поток раненых был как раз вот в дни сталинградских сражений. Госпиталь Саратов фактически выполняли функции не эвакуационных госпиталей, а функции полевых подвижных госпиталей. Потому что раненых привозили в кровяном панцире. Клиническая больница имени Миротворцева. В годы Великой Отечественной войны здесь находился один из самых крупнейших госпиталей в Саратовской области. Здесь за 4 года вылечили более 1500 бойцов. В то время здесь находилось только 3 корпуса. Остальные появились гораздо позже. Здание выглядело приблизительно так же. Немножко, конечно, отреставрировано. А здесь в основном в клингородке оказывалась общехирургическая помощь. Сергей Романович возглавил все эвакуационные госпитали Саратовской и Пензенской области в 63 года. В одной из дневниковых записей написаны такие слова: «Я встал на весы после операции, я вешал 83 килограмма, а весил до войны 100 с чем-то». Некоторые ему говорили: «Вы не миротворцев, вы чудотворцев», поскольку благодаря вот такому, не только хирургической технике, но и отношению ее к больным. Хронически не хватало бинтов, перевязочного материала, поэтому Сергей Романович попросил людей изготовить корпию. Это материал, который широко использовался в годы Первой мировой войны. Значит, затем о нем немножко подзабыли. Это берет старое полотно, расщепляется на волокна, значит, комкается и используется вместо ваты. Конечно же, сегодня от тех операционных уже ничего не сохранилось. Все оборудование новое, современное. В годы Великой Отечественной войны здесь прооперировали 15 тысяч человек. Младшего и среднего медперсонала катастрофически не хватало, поэтому в качестве санитарок иногда работали сами сестры, и работали пожилые женщины, носили раненых, а выхаживать уже помогали солдаты окрепшие. Сколько именно в Саратовской области в годы Великой Отечественной войны было госпиталей, сказать сегодня трудно. Несколько лет назад считалось, что 77, сегодня говорят, что 90. Но сложно сказать и другое, где именно они находились. В архивах сохранились далеко не все адреса, а людей, которые здесь когда-то работали, зачастую уже нет в живых.